Алло, о, пошла. Так, ребячки, всем привет, ребят, с вами Старанки, я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен какой-то дичи, просто непонятной. Я, короче, ничего не делал. Сижу себе спокойно, чилю на стриме, выполняю заданочки, а у меня появились гранаты. Просто появились гранаточки. Сегодня со мной Димасичек тут на голосе, после официалочки. Здорово, Димас. Здорово, здорово. Я вообще не знаю, что это за прикол. Расскажите мне, пожалуйста, как это работает. У нас сейчас вообще стрим идет, но тут какая-то врывалова просто. Я не понимаю, что это за прикол. У меня просто каждую там минуту или каждые 30 секунд появляются гранаты на аккаунте, при том, что они работают даже не от респа, да, а работают именно от кулдауна. Вот видите, у меня опять появляется граната. Да, и я не знаю, то ли это баг какой-то, то ли чё. Но просто вот такая вот движуха. И я могу накидывать гранаточки. Мы можем даже просто жить, да. И дополнительно кидать еще урончик с гранаты. То ли это просто мне на аккаунт добавили такую приколюху. Может, у кого-то тоже была такая тема. Если была, то пишите в комментариях, я не знаю. Я сегодня чисто так залетел официалочку сыграть, а тут какая-то гранатная движуха пошла. Запикались мы тут уже во вторую катку. Может, это в штурме какой-то прикол. То есть мы скатали именно катку в штурме. Теперь добавка сверху штурмовая. И опять у меня есть те самые заветные гранаточки. Только я не понимаю, каким образом они появляются. Я просто не понимаю, каким образом они появляются. То есть у меня вроде как сначала нету ее. А потом она просто через какой-то период времени появляется вот на танком. Что это за прикол? Как это работает? Накидываем гранаточку. И она как будто еще с большим радиусом. Я в предыдущей катке кидал. Если сравнивать ту гранату, которая была у нас изначально, как будто бы эта граната с большим радиусом летит. Но непонятен кулдаун ее. То есть как-то рандомно появляется сама граната. Да, то есть то она появляется очень быстро, то она появляется долго и не работает от респа. Да, то есть я думал, что может мне уже на аккаунт начислили как раз... Ух, точки профессиональные. Я думал, что может мне на аккаунт уже начислили просто эти гранаты, Димас сказал. Но я зашел в гараж, гранат у меня нету. Поэтому я не знаю, как это работает. Но в любом случае у меня на аккаунте появились гранаты в обычном матчмейкинге, не в каком-то спецрежиме. И я не знаю, как это работает. Давайте попробуем залететь. Попробовать прожать какой-нибудь контентичек. Какой-нибудь контентичек. Где-нибудь в базе противничка. Что-нибудь там тушануть. Так, чисто с кайфом. Такую какую-нибудь легенькую дать. Оп. Нет, я не попал. Но в любом случае они работают, да? То есть это не какой-то, знаете... баг в виде просто анимации, а реальная работа гранаты. Да, то есть я сначала думал, что может быть это просто какой-то баг, либо еще что-то, при том, что я сначала вообще не заметил. Мне в чате написал человек, что нажми на F, у тебя типа граната есть над танком. Я такой, чего? Че за бред? Да, и только непонятно, через какой промежуток времени она появляется, от чего вообще это работает. Может быть, разработчики решили мне чисто на аккаунт добавить такую функцию, а может, у меня просто реально что-то багануло. И появилась вот такая вот возможность накидочки гранаточек в обычном матчмейкинге. Вот, видите, насколько больше сплэш-урон. То есть, если в этом спецрежиме, который мы играли, там сплэш-урон у гранаты был довольно-таки маленький, то тут радиус гранаты стал значительно больше. Возможно, в этом спецрежиме, который будет на этих выходных, тоже будет больше радиус. Ну и работа, как вы видите, уже становится немножечко на другом уровне с этой гранаткой. В целом прикольно. Прикольно. Скорее всего, я думаю, что его просто добавят как работу нового припаса. И в ближайшем будущем у каждого будет возможность также иметь вот такую вот гранатку над своим танком. Ну, если честно, не сказать, что ты много урона можешь ей накидывать. Оп, хорошо, по полторушечке двоим. Чисто в тушеночку дал. Да, и вы видите, что это реально работает. Это не какой-то баг, это не какой-то прикол. У меня реально есть гранаты над танком. И я немножечко в шоке. Зайду я сейчас еще на основочку. После этой
катки. На видос это, я думаю, что уже не попадет, но зайдем, посмотрим. Может быть, на основе у меня тоже есть гранаты, а может, у меня гранаты чисто только на этом аккаунте имеются, потому что я до официалки сегодня играл еще на мульте. На мульте у меня там ничего не было. А здесь, видите, просто какие-то гранаты появляются. Просто какие-то гранаты. Димас, что думаешь? Багаюзер? Ну, я в шоке. Не-не-не. Разработчики балуются. А может, багаюзер все-таки? Может, этот опять чел на багаюзе двигается? Блин, это нечестно. Нечестно. А тебе тоже хочется? Ну да. Такую котлету. Почему у тебя одного, а у нас нет ничего? Покидать. Угу. Ну, может быть, это как раз-таки спойлер на то, что скоро они появятся уже в продаже. И будет возможность у каждого приобрести. Да, то есть в виде дополнительного припаса. Но его, наверное, надо более как-то аккуратно, грамотно реализовывать. То есть я тут сейчас его просто кидаю по приколу. И практически никогда эта граната не достигает своей цели и не работает. А если ее более аккуратно реализовывать, по ощущениям, как будто... Ну, как будто это может работать. Да, как будто можно на постоянной основе наносить дополнительный прям урон с нее. Но надо как-то стараться комбинировать. Ну и я так понимаю, что не будет, будет какой-то большой кулдаун у этой гранаты, да? То есть здесь, наверное, где-то около минуты времени надо, чтобы она появилась. Мы можем, в принципе, даже попробовать дать сейчас эту гранату, засечь время и посмотреть, через сколько она у меня появится. Да, то есть я дал где-то в 30. Ух, еще и килл дал. Я дал ее где-то сейчас в 3.50. Если сейчас противник доставочку не сделает, заодно посмотрим, через сколько у меня граната появится над танком. Будет видно, через сколько эта граната. Но и она не зависит от того, респитесь вы или не респитесь. Даже если вы не уходите на респ, то есть если в спецрежиме, если вы не умирали, то у вас все равно граната не появлялась. Здесь вы можете даже не умирать, и граната у вас через какой-то промежуток времени, когда кулдаун пройдет, появится. Но я думаю, что скорее всего минута одна. Сейчас посмотрим. Мне кажется, сейчас как раз таки минута пройдет, и у меня эта граната над танком появится. Осталось где-то секунд 15. А, вот она уже даже есть. 45 секунд. 45 секунд. И вот такую гранаточку чисто на двоих закидочку. А, хорошо, вкусненькая трешечка заехала. Да, и здесь даже как бы в правом табе тоже отображается. Отображается эта граната. Ну, прикольно, что. Прикольно. Такой вот спойлер от разработчиков залетает у нас чисто под контентик. Так, бам. Хорошую тысячечку еще даем. Добавляем здесь по ресику. Пробуем через лево. Чуть-чуть накидочки дать. Бам, по ощущениям можем еще и выиграть эту каточку. По ощущениям можем еще и выиграть ее. Что там Светлана контенту дает? Пари-рури-пари-рурчик. Давай-давай-давай, добить. Оп, гранаточка появилась. Так, и пробуем закинуть вот такую. Блин, немножко она по траектории полетела задалеко. И там уже не цепляет по оппоненту. Так, хоппер летит под доставку. Вбиваем его, нам остается 25 киллов до конца каточки. Может быть, мы еще и выиграем. Может, мы еще и выиграем. Димасичек, давай запотеем. Все-таки официалку выиграли, можно и матчмейкинговую катку выиграть по ощущениям. Так, 10 киллов отрыва. Полторы минуты, в принципе, нам хватает времени даже для того, чтобы сделать досрочку в этом бою. Даже сделать досрочечку в этом бою. Так, пробуем сразу переводочку сделать. И... Блин, не успел сосуль резовать. 8 киллов, Димасик, давай. Тушеночку. Делай, Димасик. Делай. Можно не отдавать каточку. Можно еще выиграть. Так, граната у меня появляется. Накидочка гранатки. Вперед на ход ноги. Но она никого не цепляет. О, 0 урона. На 0 урона чисто по типу. И хоппер прыгает в доставку. Габелла. Не. Ах, ну и все-таки мы катку проиграем. Как-то так, вот так вот, ребяточки. Внезапный контент у нас появляется. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Обязательно поддержите видос лайком, если вам понравился.
Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну и ждем гранаты, которые, по идее, должны уже совсем скоро появиться. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.